Единый день голосования в 2017 году назначен на 10 сентября. Предстоящие выборы станут последними перед президентскими в 2018 году. В единый день голосования избирательные кампании пройдут более чем в 30 регионах, в их числе и Орловская область. Задачи и планы обсуждались в администрации региона на совещании избиркома с представителями региональных политических партий. Уже планируется проведение порядка 41 избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления. Планируется заместить порядка 46 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований. И после окончания единого дня голосования, который в этом году состоится 10 сентября, естественно, все организаторы выборов приступят к серьезной подготовке к федеральной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации. Из 54 зарегистрированных региональных отделений политических партий 47 были образованы буквально за последние 4 года. Такое политическое многообразие с новым звучанием для всех ветвей власти ставит вопрос повышения уровня прозрачности, открытости, конкурентности политических процессов, особенно в предвыборный период. Это необходимо для повышения уровня легитимности и поддержки решений, принимаемых органами власти, повышения доверия и уважения к институту выборов.